Так, ребята, прикупил я тут кейс на 4 аккумулятора 18650. 4 у меня их и было. В результате получается около 16 вольт, на нагрузке 12. У меня проблема возникла, когда на выездах бывает садится аккумулятор в телефоне, когда много видео пишешь. Вот взял, купил, значит, от прикуривателя штуку эту. Потом вот такая штука, 5 вольт, вставляется это вот сюда. Вот. И можно смело ставить USB. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Вот смотрите, да, подключил, вот у нас 5.29. Сейчас подключу зарядку к телефону. Она тут у меня разряжается. Телефончик-то. Вот смотрите. То есть четко дает около ампера. Сейчас он стабилизируется. В общем, ампер дает. Это при том, что 2600 емкость аккумуляторов. Этих банок. Но они такие хорошие. То есть, в принципе, учитывая напряжение входящее, зарядить их удастся нормально. Ну, аккумулятор телефона. Вот такую вот портативную зарядочку я сделал. В принципе, можно и на 12 вольт что-нибудь питать такое, не очень мощное.